Здравствуйте, дорогие зрители моего канала. Меня зовут Дмитрий, и мы продолжаем неформатное прохождение The Walking Dead 400 дней. Напомню, неформатное оно, потому что в нем минимум моих комментариев и максимум русской озвучки. На этот раз мы посмотрим эпизод «Сюжет за Бонни». Ладно, есть одна. Змея вместо языка. У тебя так плохо получается. Ты бы предпочла, что у тебя была змея вместо языка? Ужасно. Или клешни лобстера вместо рук. Бонни, 220 дней после заражения. Клянусь, это вообще хуже всех. Вы знаете правила, мисс, надо отвечать. Ну, я думаю. Думай лучше. И как конкретно ты предлагаешь думать лучше? Интересный момент. Я подумаю над этим. Клешни лобстера. Чудачка. Только подумай, сколько можно всяких безумных вещей сходить. Что я хочу сказать, так удачи найти тебе мужика, если у тебя руки как у лобстера. Большая удача, что я пока что никого не ищу. Окей, а как насчет... Ладно, неважно. Наверное, уже пора прекратить тебя доставать своими гипотетическими глупостями. Ой, да ладно, ты сразу станешь менее веселым. Недавно ты была намного веселее меня. Чувствуешь себя получше? Ну, походу, да. Но выглядишь ты точно получше. Хотя можно допустить, что что-то в тебе стало лучше. Это прозвучало как-то не так. Я имел в виду... Ну, то есть, ты была... Сама знаешь. А не пойти бы тебе, ушастый? Это похоже на замечание. А ты похож на спутник. Знаешь, ты раньше не была такой нахальной. Думаю, это хороший знак. Все, что я имею в виду, после того, как мы тебя нашли, ты была настолько подсевшей на эту фигню. Я думал, ты не выкарабкаешься. Ты все еще не выбралась из этих дебри, я знаю, но ты уже прошла достаточно долгий путь, Бонни. Я горжусь тобой. О, заткнись. Ты что, мой попечитель? Ну, я лучшее, что у тебя есть. Боже упаси. Ладно, ты же знаешь, что я тебя не брошу, правильно? Пока мы вместе, я всегда тебе помогу. Тебе не нужно об этом беспокоиться. Ты же знаешь об этом, верно? Притормози, Лиланд. Бонни, я... Лиланд? Бонни? Ди? Привет, дорогой. Я кое-что для нас нашла. А вы тут что делаете? А где ты была, Ди? Мы просто тут болтали, пока ждали тебя, дорогая. И о чем это вы тут болтали? Ну, вообще-то о тебе. О, и что же обо мне? Я просто говорила Лиланду, как я благодарна. Ну, знаете, за то, что вы мне помогли, ребята, и все такое. Правда? А у меня для вас подарок. О, не стоило. Что ты там нашла? Я вам потом скажу. Не хотелось бы, конечно, прерывать вашу болтовню с подружкой, но нам нужно двигаться. А это какого черта сейчас было? Ну так, где ж ты нашла сумку, Ди? 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 Ты меня слышишь? Давайте просто пойдем дальше. Я чувствую, будто я крутилась в стиральной машинке целый день. Я бы сейчас убила кого-нибудь за полотенце. Или за фен. Да, боже, подай нам фен. Эй, Ди, когда мы вернемся в лагерь, могла бы я у тебя позаимствовать немного лака для ногтей? Конечно, дорогуш, тебе нравится этот цвет, мой любимый. И знаешь, после сегодняшнего мне бы не помешал новый слой. То же самое, я чувствую себя как крыса с этими когтями. Не хотел бы прерывать девчачью болтовню, но, Ди, сумка-то... Слушай, я нашла ее на дороге, ладно? Где конкретно на дороге? Да вон там же. Проклятие, Ди, ты не можешь больше сказать. Там кто-нибудь был? Не, не думаю. Ты не думаешь или ты не знаешь? Это значит абсолютно одно и то же, Лилан. Просто скажи нам, малыш. Что-то вы, ребята, много набрасываетесь на меня в последнее время. Дорогая, это неправда. Скажи мне хоть раз, когда ты со мной соглашался на прошлой неделе. Да хотя бы в прошлом месяце. Ну ладно, я не могу вспомнить прям сходу, но такое было. Неправда, вот так все наши ссоры и проходят. Каждый раз. И теперь мы тут стоим в лесу, промокшие насквозь. И все ради чего? Ты что, не хочешь дойти до лагеря до темноты? Я не тот, кто все это начал, Ди.
Эй, вы двое, от этого лучше не станет. Независимо от того, что мы могли бы просто продолжить разговаривать на ходу. О, меня уже достает это твое отношение. Отношение? Теперь мы стоим под этим долбом. Вы приручаете каждую дорогую тварь на мир. Специально продолжать. Теперь слушай меня, ты у меня уже вот здесь выслушивать тебя. Я просил тебя не богохульствовать при мне. Я не могу поверить, что ты все еще продолжаешь. Достаточно. Очевидно, что ты не выиграешь в споре. Так зачем же ты пытаешься? Бонни, я оценю твою помощь, но... Дай-ка я сам разберусь. Спасибо, Бонни. Наконец-то кто-то пытается донести здравый смысл здесь. Бонни, дорогуша, мне жаль, что... Дорогуша? Ди, да ладно. Прекрати, я знаю, на какой стороне твой хлеб помазан маслом. И твой тоже. Ди, сейчас неподходящий момент. Все проблемы, которые у нас есть, мы их решим позже. Сука. Бонни. Иди ты к черту, Бонни. Это вместо спасибо за то, что мы сделали для тебя. Простите, мне просто нужно куда-нибудь, где я могла бы сменить свою одежду. А там ты и твоя подружка могли бы... О, дерьмо. О, нет. О, боже. Бежим. Быстрее, нам нужно бежать. Да, о чем это ты? О, дерьмо. Подождите, эй! Подождите, не надо так быстро. Лилан! Вон там, смотри! Черт побери! Ди! Продолжаем искать, сейчас мы их окружим. Дерьмо. Где ты? Кто-нибудь что-нибудь видит? Где же черт? Что-нибудь... Нет, я здесь вообще ни хера не вижу. Мама, присмотри за мной. Ладно, Бонни, сохраняй спокойствие. Найди оружие. Мама, присмотри за мной. Ладно, Бонни, сохраняй спокойствие. Найди оружие. Бонни. Ди! О, боже, Ди! Мне так жаль, о боже! За...
За что? Ты... За что? Я выгляжу, насколько все плохо. Почему ты ничего не сказала? Ты должна была что-нибудь сказать. Ты сделала это. Ты убила меня. Ты убила меня. Кто-нибудь что-нибудь видит? Да тут сам черт выглядит. Ты доверяешь. Ты просто наркоманка. Леонд, это она сделала со мной. Я не хотела, Ди. Я... Клянусь Богом, не хотела. Ты любишь его. Я видела, как он смотрит на тебя. Нет, Боже, мне так жаль. Он нужен мне. Вы мне нужны оба. Ты сука. Ты настолько его хотела. Я не думала, что у тебя есть камень за пазухой. Ди, я бы никогда, клянусь, это не имеет к нему отношения. Это был несчастный случай. Ты долбанная наркоманка. Походу, они свалили. Нужно дальше искать. Ди, ты ее нашла? Бонни, я думал, тебя там схватили. Боже, ты что, ранена? Ди, боже, что случилось? О, Иисус, о, Господи, Бонни, что случилось? О, мой Бог, Дин, дорогая, что с тобой случилось? Мне пришлось, я думала, вы... Что? Что ты имеешь в виду? Бонни, ты сейчас что только что сказала? Это на самом деле был несчастный случай, Ливан, на самом деле. Ты это сделала? Ты это сделала с моей Ди? Она вышла из ниоткуда. Я думал, это одна из них. Я не видел ее, пока не стало слишком поздно. Я не могу поверить. Я не понимаю, как это произошло. Я ничего не могла поделать. Было темно, и она вышла из ниоткуда, Лила. Иисусе, я верю тебе, но... Боже... Они здесь! Что-то мне нехорошо. Вон там! Мне очень жаль поступать так с тобой, дорогая. Оставлять тебя здесь. Прямо вот так. Мы не можем здесь оставаться! Я думаю, я видел что-то здесь. Они пошли туда! Лиланд, ну-ка вернись! Если она умерла за эту херню, я точно ее не оставлю здесь. Такие дела. Жуткая зарисовочка. По-моему, было что-то даже в стиле Стивена Кинга. Черт возьми. Ну что ж, увидимся в следующих сериях. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Дмитрий. Всем пока-пока.